Жена покойного музыканта Юлия поделилась воспоминаниями о вынужденном переезде после трагедии, случившейся с Кириллом. Об этом вдова звезды рассказала на своей странице в Инстаграме. В начале года популярный исполнитель 90-х Кирилл, более известный как ДЦЛ, скоропостижно скончался. Это событие стало ударом для поклонников артиста, однако больше всего уход из жизни певца повлиял на его близких. Жена ДЦЛ Юлия после трагических событий решила, что ей и сыну лучше всего на время покинуть квартиру, в которой они жили совместно с Кириллом. Однако по возвращении домой вдова обнаружила смененные замки. Как признается в своем сообщении Юлия, перемены в обстановке оказались на пользу всей семье. Она и сын стали чувствовать себя лучше. Что интересно, даже цветок, который был подарен Кириллом, расцвел. До этого растение увидало и казалось, вот-вот погибнет. Ранее мама ДЦЛ опубликовала архивное фото с сыновьями. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик для уведомления о новых видео. Всего хорошего!